На тысячи квадратных метров выставочного зала представители более 80 предприятий – швейцарских, чешских, индийских и, конечно, российских компаний. Такие выставки, по крайней мере, еще раз дают нам, как лакмусовая бумага, осознание того, что мы не стоим на месте, мы движемся вперед. Полгода назад в областном министерстве промышленности озадачились, как научная база вузов может помочь предприятиям решать производственные проблемы. Так появилась секция научно-исследовательских разработок. Мы занимаемся координацией усилий органов госвласти, промышленных предприятий и вузов Самарской области. То есть, иными словами, мы занимаемся проблемой предприятий через решение ее вузов. На выставке специалисты обсудят важнейшие вопросы отрасли – импортозамещение, внедрение инноваций, опыт зарубежных стран. Промышленный салон 2015 можно посетить до 25 сентября в выставочном центре «Экспо-Волга». Валерия Макарова, Сергей Баскин. События.